Рекомендации США срочно создать антикоррупционный суд – это вмешательство во внутренние дела нашей страны. Так расценил главный радикал Олег Клешко сегодняшнее сообщение американского посольства. Об этом он тоже написал в Твиттере. А на своей странице в Фейсбук высказался более пространно. Цитирую. «Ни одно уважающее себя суверенное государство не позволило бы ничего подобного ни одному иностранному посольству либо правительству. Правда, неясно, почему лидер фракции делает столь резкое заявление в адрес иностранных дипломатов. Это останется загадкой».